Ну все, сосед, это война. Готовься. Иди домой. Так. А вот там и дверь. Знаешь, тебя умнее, поэтому я обойду. Так, что есть похавать? Что ты тут смотришь? Лучше выключи, чтобы ты не видел. Опа. Так, бежим, бежим, так. Блин, сосед, беги! Беги! Быстрее, 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 быстрее! Нет, нет, а, блин, кетчуп! Вы, отстань! Беги, беги, беги! Беги! Так, я за монету, да? Отлично. Меня бьем. Я поймала, блин, посмотри, 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 посмотри. Сюда? Да. Там серая дверь. Да, вот как раз коричневые двери. Ну, это... Если ошибемся, ничего страшного. Ну, кого-то другого домой придем. Ха-ха. Беги, беги, беги. Минутку. Я вернулся, продолжаем. Так, идем. Это еще кто? Тишина. Он вообще дома? Ну, Валентина Ивановна сказала то, что он болеет, значит, должен быть дома. Дарин, звони еще раз. Влад, открывай, мы знаем, что ты дома. Не открывает. Ну что-то он там засуетился как-то. Да, Влад, открывай, мы знаем, что ты дома. Иду, иду. Иду. Иду, сейчас, я буду. Наконец-то. Ой, девочки, блин, гости сделайте. А мы тебя пришли проверить, я не знаю, Марина сказала. Болеет. Заберешь все. Сейчас проверим, как ты болеешь. Ну, вы раздевайся, я потом приляжу. Влад, можешь не притворяться, мы и так знаем, что ты не болеешь. Между прочим, мы только что встретили твоего брата, и он нам сказал, что ты просто не захотел идти в школу. Вот предатель. И что, вы Валентине Маймусе расскажете? Не расскажем. Только одно условие. Если мы у тебя здесь пересидим несколько уроков. Договорились? Договорились. Вот и молодец. Девчонки, заходите. Не парься, Влад. Мы у тебя всего лишь пару уроков пересидим и уйдем. Значит, так, а вот что-то есть? Вон, на столе. О, прикольно. Чем займемся? Можем телек посмотреть. Влад, телек я могу и дома посмотреть. Влад, ну подумай, может у тебя дома какие-нибудь игры есть? Не знаю. А, сейчас. О. Можем проверить точку на поцелуй. Лучше не на поцелуй, а на желание. И желание будем думать по ходу игры. Давай. Подождите, нет, стоп. А зачем по ходу, если мы сегодня в школе на переменах писали желание? Точняк. Ждите меня здесь. А если кто-то не захочет выполнять желание, то что тогда? Будем волосы отрезать. Нет, я против отрезать волосы. Давайте лучше щекотать до смерти. Да ну. Нет, давайте, если надо пошло, давайте просто будем щипать. Но не до смерти. Все, такие условия меня устраивают. Я просто щекотки боюсь. А кто крутить будет первым? Идея моя, крутить буду я. Влад, принеси миску для желаний. Сейчас принесу. Влад, Влад, подожди. Что? И качан выброси заодно. Влад, Влад, пока ты на кухне, принеси мне водички. Вот, пей. О, спасибо. Так, я после тебя, оставь мне немножко. Хорошо. Вверх, такая миска подходит? Да, давай сюда.
Так, я кручу. Давай. Давай, 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 только не на меня, только не на меня. Мимо, мимо, мимо. Ну давай, Лена, посмотри, ничего страшного, я люблю, когда на меня выпадает. Ну давай, давай посмотрим. Так, ну посмотрим, давай, давай. Съешь козявку. Давай, давай, ешь. Давай, фу. Не, ребята, я не буду есть козявку. На, я с козявкой поделюсь. Сам ешь свои козявки. Ладно, щипайте меня, но не сильно. Так, давай, давай, давай. Хватит! Ты так кричишь, как будто мы тебя прям там... Да, вот так вот, прям вот так вот! Так! Я еще раз кручу бутылку. Давай, давай. Да. Посмотрим, кому сейчас не повезет. Опять на тебя выпадет. На тебя вот сейчас попадет. Посмотрим, посмотрим. О, как Саня! Тебя. А я не давай. Боюсь их выполнять. Давай. Давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай. Ну, вот это. Что там, что там, что там? Вот там, вот там. Испортить тетрадь. Это как это? Ну, типа, ну, свою тетрадь испортить. Бери, бегом, бери, беги за рюкзаком. А как-то ее портить так надо. Ну, все, нормально, разорви ее. Разорви ее, да. Да, разорви. Каша, ты серьезно сейчас будешь выполнять? Ну, да. Давай, Ань, давай, давай. Это будет просто интересно. Вот так вот рвать? Да, да, да. Да, да. Ого. Давай. Ты серьезно? Я думала, ты пошутила! Офигеть! Это же тебе попадет в Ленинская Ивановна. Да. Я во-первых. Да, Аня, тебе попадет. Давай выбирай. Да потом уберу, вот. Да, Аня, мы сюда в шоке. Так, давай крутить бутылку. Так. Крути. Так, на кому? Я думаю, сейчас будет Даринка. Да, нет, Дарина. Нет, 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 вот, Дарин, вот. Ты. Ну, ну. Знаете что, давайте так, если так в следующий раз тоже будет попадать на пустое место, давайте будем считать по правую руку. Хорошо, хорошо. Да. Аня. Да, хорошо. Все, давай. Все, классно. Так. Ну. И на кого? Сейчас. На Влада. На Влада. Или на Аню. На Леру. Нет. Мне кажется, сейчас будет Влад или Дарина. Дарин. Аня, тебе да повезло. Да, твоя бумажка. Да, что ж такое? Везунчик по жизни. Так, вот это. Сейчас давай. Опять порвать тетрадку. Да ну нет. Нет, дневник сейчас, знаешь. Да не хочу дневник я. Съешь ложку соли. Ну так что, ты согласна или нет? Давай. Или мы тебя щипаем? Ну ладно. Влад, где соль, где ложка? Соль на столе. Давай, 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 давай. Так. Быстрее, 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 быстрее. Давай, давай, давай. Полное насыпай. Вот, все видели, что это соль? Да, точно? Это не сахар? Нет. Так, все, это соль. Хорошо, давай. Молодец. Приятного аппетита. Спасибо. Глотай, глотай, глотай! Слабачка. Да, ты сглотнуть не смогла. Я бы смог. Ой, Влад, не тормози. Так, давай, крути бутылку. Давай, нет. Сейчас точно будет кто-то опять. Или Лера. Влад, или Дарина. Ну, нет. Я хочу, чтобы была Даринка. Да, посмотри, что ты учила Ваня у меня. Выполнять. И будет... Кто-то из вас. Я. Влад. Влад, да! Да, Влад. А почему я по правую руку Дарина? Тут... Да, точно! А, ну, давай. 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 Вот это вот хочу. Такое большое. И что там? Да, так, кто там? Давай, что тебе повезло. Пропусти желание! Да нет! Да! Ну, понятно, учитесь у мастера! Ха! Так, а теперь я кручу. Давай, пропусти желание, повезло. Так, убери бутылочку. Сейчас я хочу, чтобы опять выпало на тебя. Я нет, тоже хочу. Размечтались. Дарина. Дарина. Лера, 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 смотрите. Я сейчас вам как на карк... А, ну, Аня. Аня. Да ну, почему опять я? Влад, у тебя пол кривой. Давай, доставай. Давай. Ну? Так, аккуратно. Ой, и там? Так, изобрази молекулу. Давай, давай. Ну, давай. Ну, легкое желание. Сейчас посмотрим. Вот вообще его тебе не засчитаем. Так, все цифры на месте. Сегодня, дети, мы будем проводить опыты над номером 5. Майдан, может, не надо? Надо, номер 5. Ну, пожалуйста, не надо. Ну, Маликола Геннадьевна. Ну, как вам? Получилось?
Даже очень. Ну такое. Если честно, Аня, не очень. Могла бы лучше сыграть. Молекулы легко играть. Крути бутылку. Так. И там падает на кого? Дарина. Дарина. Аня. И Лера. Дарина. Влад. Нет, Влад. Дарина. Дарина. Да, успокойся, сейчас все поймем. О, да, сюда. Наконец-то я. Мы сейчас посмотрим, как ты выполнишь желание. Так, ну что там? И там... Облежи подошву. Фу! Вообще легко. Ты... Легко. Влад, да не носок, а подошву ботинка. Там такое не написано. И вообще, вы такое бы не сделали. Ладно, крути бутылку. И на кого попадает? На Влада. Нет, я уже был. Не было у нас еще Даринка. Была. Ну нет, ну то не считается. И... Влад! Опять я? Да. Ну ладно, давайте. Бумажечки Влад, тебя ждут. Влад. Что там? Что? Ну, давай. Ущипни соседа и справа, и слева. Да. Раз. Да, ну, два. Самое легкое задание. Я тебе помогу. Я тоже ущипну. Ничего, не считаешься. Давай еще раз кусим бутылку по-нормальному. Теперь у нас Дарина будет. Да, Дарина. Только да, Дарина. Радуйтесь. Может быть, ты, Лер, вообще. О, спасибо, освободила мне подушечку. Нет, не освободилась. Опять я? Все, мне надоело исполнять желание. Вот это я желание выполню, но потом я поменяюсь с Владом местами. Будешь сидеть там, где я. Давай. Так, Аня, давай. И что там? Это? Сейчас. Расскажи стих. Давай, сейчас опозоришься перед нами. Да, рассказывай. Какой стих. Ну, вспоминай, какой мы учили. Ну, а я его не помню. Ну, хотя бы в лесу родилась елочка, сделай как стих. У лукоморья дуб зеленый. Да ну, я ничего не помню, лучше щипайте меня. Ну, ладно. Так, все, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, Влад! Все, пересаживаемся. Хорошо, садись. Двигаемся. О, что такая подушка теплая. Крути бутылку, Ань. Крути. Так, давай. Больно ущипнули. Я хочу, чтобы была Лера. А я хочу, чтобы был ты. Я тоже хочу, чтобы был ты. Или Дарина. Или все-таки Лера. Без проблем. Ну давай. Давай, Лера. Сейчас ты самая жесткая, Лера. Ну давай. Что там? Подстриги волосы. Чего? Давай, Лера. А я должна стричь волосы, да? Лера, да. Ножницы. А ты серьезно? У тебя нет ножниц? Ну, немножко, да, ножницы. Да нет, Лер. Куда же ножницы? Так. Держи. Хорошо, Лер, смотрите. Только немного. Много. Не надо много. Я бы на это не согласилась. Вот, все видели. Ну, красава, Лера, уважаю. Ты нормальная? Продолжаем дальше. Ладно, сейчас будет, наверное, самый жесткий желание. Да, это будет Дарина. Да. Нет. Да, Дарина, тебя. Да. Смотрите. Она не попадет. Я вас уверяю. На Влада. Влад! Я давай желание. Так, давай. Сейчас самое жесткое. И там. Ну. Рассмеши друзей. Девочки, давайте смеемся. Серьезные лица. Девочки, сейчас. А-а-а! Фу. Как чупа-чупс! Фу, Влад! Я! Да все, Влад! Все, хватит, Влад, крути бутылку! Все, рассмешил? Да. Ну, почти! Такое, можно было бы и лучше. Да. Так. А мы смеялись. Да ну. Нет. Ну, я бы не сказала. Ладно, мы подыграли. Да. Мы тебе просто подыграли. Скажи спасибо нам. Угу. И опять Влад. Или Аня. Или... Нет. Аня. А Дарина по левую руку. По левую руку? А, ну хорошо, Анечка, тогда ты. Ну, правда, мы право играем. Но это уже не важно. А, нет, все, я поняла. Теперь ты. Ладно, давай, мисс. Бумажка. Бумажка. О, она какая-то большая. Я не хочу большую вытаскивать. Сейчас опять повезло. Давай. Укуси соседа. Какого соседа? Какого соседа? Да. Так, подождите, ну давайте, укуси соседа. Может, укусите соседа из дома, но я кусаю. Давайте, я тебя, Лера. Вот, Лера. И соседа. Так, Лера, твой Лера, ты сейчас полруки откусишь. Давай ее и меня. Полруки откусишь.
Я вижу, как я тебя... Да, Лера, ну успокойся! А, ты так укусила меня! Да, видимо, я так сильно укусила. Хватит болтать, давайте дальше. Так, ну ладно. Кстати, грубо говоря, если так посчитать, то это я больше приняла Дарину на желание, чем она. Она меня укусила, мне было больно. Все, Лера, ну успокойся. Ну, тут подушка вообще. Это Аня. Аня. По правую руку. Аня, это ты. Ну ладно, давайте желание. Подушка Влада зацепила просто. Она не спасла. Ну, конечно, спасла тебя. И что там за желание? Изобрази бомжа. Да что такие желания? Изображайте. Давай, давай, бомж. Бомж, не сам ты бомж. Так. О, деточка, дай ручку, пожалуйста. А у меня нету. О, держи, 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 держи. Сейчас, девчоночки, сейчас. О, пожалуйста, на хлебушек. Держи, вот, держи, держи, пожалуйста, вот тебе копеечку. Спасибо, хлеб. Спасибо, пожалуйста. Здоровья вам. До свидания, до свидания. Счастья. Вам аппаратом вас зовут. Личной жизни, чтобы было все хорошо. Вот стеночки подтягивайте. Вас зовут там, кто-то там уже зовет. Убейте, блин, вам добавимся, давайте. Да, да, до свидания, до свидания. Фу-фу. Все, ладно, мне понравилось. Спасибо, девчонки. Да, все, все. Сильно в роль вошла. Сильно в роль вошла. Сильно в роль вошла. Молодец. Молодец. Ну, копеечку хотя бы заработала. Ну. Так, крутим. И на кого опять? На тебя. Нет, на тебя, Аня. А мне понравилось исполнять, кстати. Ну, да. Давайте, давайте так, чтобы получилось. Аня, это судьба. Понимаете, хоть вы поменялись местами, но толку не изменилось. Все равно на тебя все. Ой, да ладно. Что там? Так, о, Густульс. Крикни в окно, земля имеет форму чемодана. Смотри, у нас есть балкон. Выходишь на балкон и кричишь. Земля имеет форму чемодана. Земля имеет форму чемодана! Как-то типа люди поскидали. Я не знаю. Ну ты молодец, конечно. Ну и желание. Крутите дальше. Давай. Так, а так. Тут. А мне вообще понравилось. Я уже наконец-то хочу, чтобы я попалась. Я тоже хочу. Давай. Чтобы на тебя попалась. Всегда, когда ты попадаешь, у тебя ничего такого серьезного не выпадает. Ну вот. Дарина. Дарина. Ну вот и напросилась. Давай, Дарина. Желание тебя жду. Давай, давай. Хочу вот это вот желание. Ну маленькое. Давай, давай, давай. Ух, мне страшно. Ну что, давай. Обними все. А, я же говорю, ничего серьезного не выпадает. Я же говорю. Опа! Ну подожди! Обнимашка. Давайте когда я будем обнимать за душу. Я размечтала, ты же так за душу. Обнимашка. Крути бутылку. Давай. Скручу. Сейчас опять я. И кто же будет? Кто же хорошо. Интересно. Дарина, 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 Дарина. Давайте. Кто. Нет, точно не я уже. А мне кажется, что. Влад. То я. Да, Влад. Да, Влад. Наконец-то, а то ноги болят уже. Ну да, на подушке маленькой сидишь. Сейчас она тоже обними всех. Да. Да нет. Да. Изобрази утку и пой песню «Я уточка». Давай. Я уточка, я в лужице. Давай. Давай. Ура. Я уточка, я в луже. А дальше я не знаю. Ну просто давай. Да. Я уточка, я в луже. 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 И лапками кля-кля. Покажи, что ты в луже. Нормально? Да. Ну, ладно, соседи сейчас придут. Сейчас я кручу. Давай. И выпадает на... Дарина. Дарина. Так, не останавливай, ты видишь, что там пальчиком находится. Нет. Да ну что ж такое. Зелин, а давай с тобой местом поменяемся? Ань, тебе это не поможет. Грианя. Бумажка. Так, бумажка. Вот это вот. Напиши на чем на? Напиши. На бум... На лбу. Напиши на лбу, лузер. Лузер. Так, фломастер. У тебя есть фломастер? Подождите. Да, есть. Стоп, подожди. Доставай, ты отказываешь? А там не сказали, чем писать.
Ну ничего, вот фломастер. А там не говорили, чем писать. Я могу ручкой. Ну ручкой это не. Да ну вас. Давай, я тебе помогу. Какой цвет? Зеленый. Зеленый хочешь? Да. Давайте напишу. Ну не такие. Нет, не такие большие. Давай, давай. Ну. О, большие. Они маленькие. Ой, они, да, маленькие. Они серьезно, да. Маленькие. Лу. Не видно, вообще ничего не видно. Да, такой, да. Не, фломастер реально такой себе. Влад, нужно получше фломастер покупать. Вообще ничего не пишет. Я тебе серьезно говорю. Там через пробелы, там вообще ничего не получается. Давай я тебе так наведу хотя бы. Смотри, как красиво получается. Да. Слушай, так тебе можно выступать, да? Лузер. По жизни. Давай тебе сердечко здесь найдем. Нет! Давай, давай, давай. Все, теперь точно красавица. Ладно, крути бутылку, лузер. Аня, крути. Спасибо. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Ая. Я сказала, крути, лузер. Сейчас будет Аня опять. Да ну нет. Аня, Аня. Просто Аня, это твоя судьба. Просто любят желание от тебя, когда ты им попадаешь. Да что такое? Почему опять я? Это судьба. Лера, может, ты хочешь выполнить меня? Не-не-не, давайте. Давай. Не бумажки, да, ну... не выполняй. Ну, пожалуйста. Что там? Что я там? Не знаю, что. Что-то в... Так. А, признайся в любви. Кому? Кому хочешь. Я признаюсь тебе в любви. Не надо, нет, не признаваться в любви. Нет, ну давай как-то более закрепить. Хорошо, хорошо. Давай, давайте. Признавайся. Я встану. Давай Владу, это будет более... Да, да, признавайся Владу, Влад, нет, Влад, Влад, повернись. Влад, слушай, тут такое дело, я тебя лю... Ну, лю, я тебя лю, лю. Люком придавлю. Да ладно, я шучу. Ладно, Влад, в общем, я тебя... Люблю. Спасибо, Аня. Это была шутка, Влад. Я если знаю. Что, на секундочку. А так все хорошо начиналось. И все плохо закончилось. Пусть будет на Аню. Влад, Влад, нет, на Владе. Аня, 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 Аня. Сейчас на Дарину выходит. Да, на Дарину. Нет. Пусть на Дарину. Дарина, да. Дарина, на тебя. Бери, тяни бумажку, да, тяни бумажку, давай, давай, так, давай, и давай, выполняй давай. Жесткие желания. И нет, что там, тут, и что там? И да. Съешь шкуру банана. Ну, а так... полностью? Да, да. Да, полностью. Серьезно? А у тебя бананы хотя бы дома есть? Конечно, есть. Неси. Держи, Дарин. Ого. Да, ну, ты не мог еще больше взять. Давай, давай ешь. Этикетку отклеим. Да, этикетку. Да, все. Так, я вот это вот только уберу, хорошо? Давай. Вы не против? Давай, убирай. Все. Так, это вот я ем. Так, от банана дай. Зачем? Так и есть. Рен, ты вкусно? Чего? Ладно, кушай. Ну, ладно, ешь. Да, вкусненько. Вкусно? Конечно, ешь сильно. Давай, Весенно. Ешь, ешь, что ты сидишь? Вот такое ощущение, такое... Я вижу, что по твоему лицу, что она тебе понравилась. Да. Очень. Чтобы я хвостик съела. Mm-mm. Там про хвостик не написано. Да стой, Дарина, нет. Помнишь, ты мне про соль говорила? Тогда ты тоже полностью ешь. Так, все, я не ем. Все, реально, мы бы так тоже не съели. Да, все, вот. Ладно. Крути, Дарин. Так. Давай. Ладно, давай, Дарин. Я надеюсь, больше ничего не надо будет такого кушать. Да. Я бы съел. Не, ну хотя, если бы надо без шкурки, то... Ну да, это будет вкусно в любом случае. Да. Лера. Нет, мне Аня будет. Смотрите. Вообще без проблем. Я ничего не боюсь. Мне ничего. Давай. Давай. Сейчас самая жесткая. Я выпала. Нет, не это. Вот это. Давай. Давай. Смотрите, сейчас с собой без проблем выпали. Ага, давай. Поцелуй. Соседа слева. Это Влад. Давай, это Влад. Нет. Что? Влад, давай. Намечается. Не хочу. Давай. Ага, давай. Хорошо. Только в щечку. Ладно, в щечку. О, давайте, давайте, давайте. Все, я кручу бутылку. Давай. Давай. Влад, это что, твои родители пришли? Да нет, еще рано. Влад, это Валентина Ивановна, открывай. Валентина Ивановна! Быстро, быстро, куда? Быстрее, быстрее. Я туда. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Иду, иду! Здрасте, Валентина Ивановна, вы что-то хотели? Я хотела узнать, как твое самочувствие. Я к тебе посылала девочек проведывать. Они приходили или нет? Потому что в школу на задание уже не вернулись. Не-не.
Нет, не приходили сюда. Не приходили, значит? Понятно. И вообще, Валентина Ивановна, я болею. Владик, а дай водички чуть-чуть попить, пожалуйста. Заходите. Только у меня не убрано. Я вижу, что не убрано. Так где водичка? Вон там. Что это такое, Влад? А, это птички, Валентина Ивановна, там прилетают, чтобы покушать. И они меня позвали просто. Птички, значит, позвали. Какой хороший мальчик. Птичек кормит. Птичка, раз, Аня, встаем. Птичка, два. Валентина Ивановна, вы не так да, поняли нас. Да, мы вообще сюда пришли. Быстро на диван. Где птичка? Нет, Валентина Ивановна, нам кто-то встречался, и мы решили сюда. Да, это правда. Валентина Ивановна, это честная правда. Нера, знаете, в туалете, быстро выходим. Это что такое? Родители придут, увидят вот такой бардак. Вы пришли проведать, а что это на лбу у тебя? Быстро села на диван. Я вас, как нормальных детей, попросила проведать мальчика. Мало того, теперь еще и чихаешь. Влада, я надеюсь, ты правда болен? Или ты притворяешься? Я правда болен, Валентина Ивановна. Я надеюсь, это правда. Я узнаю твоих родителей и позвоню врачу. А вы, мало того, что прогуляли уроки, вам придется сделать и их, и домашнюю работу, и еще завтра прийти с родителями в школу. Бессовестные, вот так вам доверяют. Все, завтра жду с родителями, а ты, Влад, выздоравливай. Это ж надо было припереться.